основном по захолустью улицы, естественно. Вот точно знаю, Инженерная всегда грязная была. Лебедева, да, там дворец Молот. Вот там как бы скорее, наверное, всего больше-то. Ну и тут вот почему тут-то не вывозят. Памятник стоит, как бы нужно красоту уже давно навести. Около вот Сберкассы плохо ходить, там всегда лед. Я шла, вот там такие лужи глубокие прям. Вот это какая улица у нас? Дружбы. Вот там лужи прям невозможно пройти по краешку. Ну видите ведь какие горы. Они же снег-то вот не увезли. Все сгрудили по обочинам. Так он и остался. Поэтому и грязь. Сейчас-то все равно без толку убирать его, да. Все равно это снег тает. Бесполезно. Это весь город грязный. Что тут гадать? Найдите чистое место. Проще найти.